человека, да. Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Сейчас вы присутствуете на церемонии жеребьевки команд второго чемпионата СВХЛ лиги. Присутствуют представители. Представляем сегодня Геннадия Богданова, который сегодня номинирует свою команду уже в новом названии. Команда «Бастион». Геннадий. Да. Добрый день. Представители команды «Ультра» Юра Новоновский и Жанетта Катакина. А также представители новой команды, которая заявляется в нашу лигу, Даниил Кравченко. Итак, у нас уже знакомая наша коробочка. Сейчас мы еще раз... Уже заезженная. Да. Мы сейчас еще раз чуть-чуть все утрамбуем. У нас сейчас по традиции девушка будет выбирать. Верчу, обмануть не хочу. Так, Жанетта, тебе представляется возможность первый выбрать номерочек. И сразу номер один. Открываем его. Номер три. Так, можно сюда. Так, показываем вот крупника. Номер три. Это у нас команда «Ультра». Так, ну давай раз позже поехали. Даниил Кравченко. Не смотри, отвернись. Так, пожалуйста. Номер два. Номер два. Номер два, чуть повыше, да? Номер два. Хорошо. А, ну теперь Геннадий, давай мне уже то, что достанется. Да. Так, не подглядывай. Отвернись. Пожалуйста. Номер 4. Так, показываем, что у Геннадия выпал номер 4. Ну и нам так, достается первое. Номер 1. Команда «Спарта X». Все. Всем спасибо.